всем. Все, собираемся, мы уже едем домой. Привет. Как делишки? Нормально? Домой едем. Все сделали, помогли сыну. Хорошо устроился. Смотрите, погода у нас просто ужас. Такой дождь ночью был, и сейчас тоже холодно, и дождик. Ну, не знаю, сколько градусов. Ну, наверное, градусов 16-15, наверное, да? Где-то так. Без понятия даже. Ну, все у нас хорошо. О, шат, шат! Наш сынок поехал на заправку. Задумался, стоит, даже не видел, что мы едем. Так что, ребят, счастливой нам дороги. Все, хорошо устроился, все отлично. Дай бог, чтоб так и было. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your... Ну вот, приехали мы уже в Эндинген, где мой племянник живет. Саша пошел заправляться. Сейчас подзаправится немножко и поедем, бусика дадим, свою машину заберем. Смотрите, у них здесь орал там штели тоже to go. Можно завтракать. Расценки на орали сейчас в эндинге, не смотрите. Вот я вам покажу. На улице у нас то пасмурно, то солнышко. Что-то все небо. Вроде здесь небо затянуто. А здесь вроде бы солнышко. Ну, сейчас еще поедем к Шпаркасу, денежку снимем и домой поедем. Дома у нас КО. Ну, считайте, все убирали, все это, что творится. Комната вроде бы пустая, но все равно порядки дома наводить надо. Завтра нам уже с Сашей с утра на работу. Утром рано вставать, 20 минут пятого. Саша заправляется. Вот такие вот дела, так что сейчас поедем. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love... Наша Аудюшка стоит, ждет нас. Вот она, наша Аудюшка. Вот племянника машина. Что, прям здесь останавливаем? Все, ребят, вот свои манатки. Перегружаем свою машину. Вот, припарковались. Сейчас пойдем племяннику отдадим. Ключи ждешь. Ну вот и все, ребят. Приехали мы домой. Саш, как делишки? Кого? Устали? На нет. Считайте, 2 дня пахали. Ну, все практически сделали. Брали с собой одеяло, все, чтобы ночевать у сына. Вот, разгружаемся. Наш холодильник, который с едой забирали. Ну и, наконец-то, наш гараж. Видите, вчера опустошили. Теперь можно машину загонять. Ладно, на сегодня мы будем с вами прощаться. Вот такой у нас коротенький влог получился. Встретимся завтра. Пожелаю всем всего самого хорошего. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.
Саша, скажешь всем пока-пока? Пока-пока. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.